like a boss. Oh yes, I keep the bank rolling like a boss. Sipping lean, big paper holding like a boss. You know we got it locked now like a boss. Bentley coupe with the top jam like a boss. We got the choppy chop. Ау, фига она нагревается. Мы зарегистрированы, ну, вот в этом самом, в Ладога-центре. Угу. Хотим привлечь всех, всю молодежь в одно место для того, чтобы могли выявлять, помогать, продвигать талантливых людей. Даже иногда тот, кто думает, что не талантливый, да, когда начинаешь совместное общение в определенном стиле, да, или там, в определенном направлении, проявлять таланты. То есть, в принципе, как бы это очень хорошо. Мы готовы, как бы, с радостью готовы с вами, да, сотрудничать и совместно вот, наше молодежное движение, которое сегодня создано, да, проводить, ну, различные мероприятия, да, там участвовать в акциях. Плюс, если у вас там есть там талантливые ребята, мы готовы там поддержать. И руковожу спортивным клубом школьным. Мы слышали название «Феникс». У меня в школе был очень хороший учитель, Петр Павлович Алексеев. Наверное, многие его знают. Вот, он вдохновил меня на эту работу и на эту деятельность. Вот. После обучения я имел договор, что я должен отработать 5 лет в школе. Uh-huh. Вот, в принципе, пошел уже, заканчивается 6-й год моей работы. И вот я всем доволен и пока никуда не собираюсь уходить. Вот. Аккуратнее, не упадите только. Аккуратнее, не упади. Аккуратно упадете. Аккуратно. А я лучше. Вы-то в шипах. Давай, ты сможешь прыгать. Как всегда. Обернись. Давай, все, там открыли тебе дорогу. Давай. Удачи. I believe I can fly. Сейчас идет разминка, самая разминка. Первые забеги. Пошло-поехало. Что, ты готов? Ты уже бегал? Да. И как пробежал? Первый. Ты не бойся, вся это так, фигня. Первый пробежал? Красава. А ты, ну, как бы, готовился как следует, да? Ты рассчитывал, что первый будет, да? Ну что ж, добрый вечер, дорогие друзья. Я вас приветствую на чемпионате по идиотским вопросам. Что, ты готова? Опять задаю тебе этот вопрос. Отстань! Да, я вижу, что ты готова. Когда она закрывает лицо, она готова. Я не готова. Готова, готова. Мне две стопы взять. А ты готова? Готова, конечно. Вот, вот так и надо, поняли? Готова. И ты готова, да? Ну сейчас не готова, не путай, но все равно, да, молодец, правильно. Давай. Прыгни подальше, подальше. А вы готовы к соревнованиям? Как вы считаете? Готовы? Понятно, спасибо за ответ большое. Вы готовы, дети? Готовы. О, спасибо за ответ огромное. Вот так и надо. Готовы к труду и обороне, да? Да. Поняли? Готовы к труду и обороне. И ты готова, да? Так просто сказала одна девчонка, я повторил за ней. А ты откуда? Из Луги, да? Я так и думал. Видно. Привет, скажи, это твое удачливое полотенце, точнее не полотенце, а плед? Да. Как у Елены Исенбаевой? Да. Да, вообще молодец. У нее тоже такие свои были. Она обычно накрывается вообще вот так. Вот так? Да, да, да. Ты тоже так делала? Да. О, вот, вообще отлично. Ну, в итоге вообще будет еще круче, да, все? Да. Хорошо. Хорошо, хорошо. Я так не люблю на камеру. Нормально все. А, ну, вы уже об этом говорили, но все же, может, мы и не сняли нормально, возможно. Но именно этот вопрос. Направление вашего клуба еще раз. Направление. Основные направления – баскетбол, флорбол, хоккей в валенках и бадминтон. Плюс мы решили выбрать еще такое направление, как «Алтимат», известная игра спортивная. Игра, которая славится своим, своей низкой травматичностью. То есть игра достаточно такая демократичная, в нее может любой играть. И такой вид спорта, как пауэрлифтинг. То есть вот приобрел у нас, можно сказать, популярность в нашем клубе. Даже у девчонок. Да, у девочек. Девочки есть, которые сильнее мальчиков. Стой!
42,5. Так. Жим. Да. Из-за них, из-за этих девочек, мальчики многие боятся приходить, стесняются теперь вас. Там по 80, по 90, сколько поднимут? Девочки, ну 90 приседания, 110 становая тяга и 50 жим. Да, такие для девочек, ну, так нормально. Такие веса берут просто. Тут еще тренировка по футболу проходит отлично. Дети учатся, вырастают новые Самедовы. Всякие там Киржаковы, Аршавины. Почему я Самедова вспомнил, не знаю. Удар Самедова. Вот здесь нужно было выиграть на эту борьбу, но он проиграл. Аплодисменты. Глушаковы там всякие, ну и так далее. Акинфеевы. Для этого мы такой занимаемся, да. Чтобы это кот. Вот, юный Акинфеев. Юный Акинфеев. Улыбнись, а то он тут пришли за автографом, а ты это... Он просто немножко сгрустнул, ему забили. Да, это Акинфеев тоже... Да, бывает, да. Бывает это. У всех бывает еще. Да. А вот это Заика, это будущее, это спартаковец. Во, да. Именно спартаковец. А почему не зенитовец? А я? Что Заика? Михаил Григорьевич, а я? Ну а ты из-за того болеешь? Будущий, вот, а почему Реал тут? А почему тут Реал, а? Нет, не было. Ну ладно, молодец, за Зенит болеешь, дай пять, красава. А о, красава. И за Месси, да, немножко? Да. Я за Зенит бросил болеть, когда Аршавин стал. Ушел? Ну, точнее стал, да. Да, за Казахстан, если играет. Ну, это не фотка уже. Нет, да, вот и жестко. А ты знаешь, как держать, да? Не понял. Что? Ноги. Здравствуйте. Я такая... Что держать? Идет моя рубашка, да? Ну, неплохо. Вы как часы так вместе. Так, давай, вот, сейчас вот. Прыгать. Да, сейчас прыгать. Вы что, совсем? Конечно. На удачу желать надо. Кто тут вредный? Короче, я, как всегда, на соревнованиях по легкой атлетике. Правда, это среди школ теперь. И вот на стадионе, на Шахтере сейчас были прыжки, сейчас будет бег. До этого еще был бег. Вот такие вот дела. Отдай шапку, она тебя догонит. Отдай ты шапку! Бегуни! Шапку отняли, ой, думаю, ему не поздоровится. Хоп! В середине, на первую дорожку сразу! Ну что, как тебе барьеры? Так себе. Так себе, да? Да, да. Сегодня не очень, да? Да, все плохо. Спасибо тебе. Он чуть камеру мою не съел. Скажи, ты голодный? Да, очень. Так чуть камеру мою просто не съел. Ты так подходишь к ней, кусить как будто хочешь. Давай, Россия, давай, давай, давай красиво. Прыгай, давай, давай. Подлететь и держать ногу. Иди так правильно, добрый. Правильно, правильно, надо их так. Надо в лоб.